В мире неуклонно растет доля городского населения. К 2050 году до 80% населения развитых стран будет жить в городах. В таких условиях перед властями встает задача более взвешенного подхода к управлению инфраструктурой, поскольку традиционные методы себя исчерпали. Рост населения диктует необходимость поддержания качества жизни. В условиях цифровой реальности для решения этой задачи реализуется проект «Региональная геоинформационная система». О ней подробно в следующем материале. Региональная геоинформационная система создана для оказания электронных государственных услуг в сфере архитектуры и земельных отношений. На данный момент готовность геопортала составляет 100%. В этом году будет пройдена аттестация на требования информационной безопасности. В скором времени жители смогут уже получать государственные услуги, не выходя из дома, через портал e-jambul.kz. Я думаю, с данным порталом уже как бы наши жители города знакомы, потому что уже как 2 года на данной площадке реализовывается система льготного кредитования «Аулет Ажастары». То есть жители могут подать заявление на получение льготного кредита для получения жилья. То есть именно программа создана для молодежной составляющей города. В текущем году планируется включение цифрованных материалов аэрофотосъемки 10 районных центров области в дежурную карту геопортала и внесение утвержденного генерального плана города Тараза в векторном формате. Дана Самат, Нурхадар Оримхан, Мухтар Алишев, 77 News.